Здравствуйте, друзья. Это «Мгновение на дожде». Меня зовут Алекс Дубас, я ведущий «Мгновений». И сегодня я предлагаю разделить это время с двумя замечательными мастерами. Это Иван Бунин, чей рассказ «Солнечный удар» я сейчас прочту, с удовольствием, может быть, перескажу его. И это фотограф Сергей Михайлович Прокузин-Горский. Вот фотографии, слайд-шоу мы сейчас можем видеть на экране в моей студии. Сергей Михайлович Прокузин-Горский, расскажу о нем побольше, потому что кто такой нобелевский лауреат Иван Бунин, мы с вами имеем представление. А вот о Прокузине-Горском знаем меньше. Это ученик Менделеева, он химик по образованию. Ученик Менделеева, который первым в России стал снимать цветные фотографии, снимать и делать цветные фотографии. Именно благодаря ему мы увидели в цветном формате Льва Николаевича Толстого. Он снимал Шаляпина и Россию. В 1909 году Прокузин-Горский попал на аудиенцию к царю, который впоследствии стал святым, Николаю II. И он, царь, поручил фотографу снять Россию, объездить всю Россию и создать портрет России вот начала 20 века. Это была очень серьезная экспедиция. Фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Для работы на водных путях министерство выделило небольшой пароход, способный даже идти по мелководью с командой. А для реки Чусовой, где Прокузин-Горский также снимал, выделили специальный катер. А для съемок Урала, Уральского хребта, в Екатеринбург был прислан модный тогда автомобиль. Собственно, других не было. Автомобиль «Форд». Прокузину-Горскому были выданы царской канцелярией документы, дававшие доступ в любую точку, в любое место империи, а чиновникам было предписано помогать Прокузину-Горскому в его путешествиях. После революции Прокузин-Горский эмигрировал, жил в Норвегии, в конечном итоге в Париже. После Второй мировой войны он присоединился к большинству, и вся его коллекция удивительным образом в годы после гражданской войны уже была перевезена сначала во Францию, а потом в Соединенные Штаты Америки. И сейчас эти фотографии, которые мы вот видим на экране, вы на экране своих телевизоров, я на своем экране, были оцифрованы, и была сделана выставка, выставка, посвященная Российской империи. То есть это действительно вся Россия, и Дагестан, и Екатеринбургская область, Казанская, Волга, Москва, Санкт-Петербург. И мне кажется, вот эти фотографии, которые, в общем-то, не видели у нас, кроме как в цифровом виде, у нас этой выставки еще не было, она была в Америке, как никакие другие смогут проиллюстрировать тот рассказ Ивана Бунина, который я вам хочу сегодня прочесть. Рассказ называется «Солнечный удар». Мы все, все любим нашу погоду. И жара, Волга, белый пароход. Она, женщина, которая просит называть себя таинственной незнакомкой. И он, поручик, безымянный поручик. Встреча, мгновение. Я почему выбрал этот рассказ? Потому что там описывается всего лишь одно мгновение. И расставание. И длинные-длинные послевкусия после этого расставания, настолько длинное и настолько же гениальное. Еще я обратил внимание на этот рассказ, я давно его люблю, прочел еще в школе, благодаря Никите Михалкову, который сейчас, после того, как завершил свою сагу «Утомленные солнцем», собирается экранизировать именно этот рассказ. Вы сейчас его услышите, и не совсем понятно, что же там экранизировать, потому что действие ноль, лишь только описание. Но Михалкову он почему-то очень понравился, настолько, что он переписывал этот рассказ от руки, чтобы попытаться понять, как Бунин смог написать этот маленький шедевр. Хорошего нам с вами вечера, и я, пожалуй, начну. Только глоток чая. Меня научили делать этот берберский чай ребята неделю назад, в прошлой программе «Мгновение».
гостили марокканцы. С тех пор подсел на этот чудесный напиток. Итак, редчайшие фотографии России начала 20 века, нашего замечательного земляка, великолепнейшего фотографа Сергея Михайловича Прокудина-Горского и рассказ Ивана Бунина «Солнечный удар». После обеда вышли из яркой, горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза ладонью наружу, потом приложила руку к щеке и засмеялась простым, прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине. Засмеялась и сказала: «Я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись, поручик? 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно, это у меня голова кружится. Голова у меня кружится? Или мы куда-то поворачиваем?» Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая, сильная, она пахла загаром, блаженно и страшно. У поручика замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под солнечным зноем на горячем морском песке. Она ему заранее сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал: «Сойдем?» «Куда?» — спросила она удивленно. «Сойдем на этой пристани». «Зачем?» Он промолчал. Она опять жеманно приложила тыл руки к горячей щеке. «Сумасшествие!» «Сойдем», — повторил он тупо. «Умоляю вас, сойдем!» «Ах, да делайте, как хотите», — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни, поручик бросился за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий по ступицу песок и молча сели в запыленную извозчую пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороге показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали, затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет потом вспоминали эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за жизнь ни тот, ни другой. Никогда ничего подобного впоследствии. В 10 часов утра, солнечного, жаркого, счастливого утра, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени,
шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, она уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в 5 минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 17 лет. Смущена ли она была? Нет. Ну, очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. «Нет-нет, милый», — сказала она в ответ на его просьбу уехать дальше вместе. «Нет-нет, вы должны остаться до следующего прохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось со мной, не было, да и, заверяю вас, не будет больше. На меня точно затмение нашло. Или вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара». И поручик как-то очень легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу розового самолета. Самолет так назывался, пароход. При всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно возвратился он в гостиницу. Однако что-то уже изменилось. Что-то изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был полон еще ею и в то же время пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. Он вспоминал: «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». «И уже уехала», — произнес он вслух. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана, и он почувствовал, что у него просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала. И теперь уже далеко сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе, и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее 3-летняя девочка, вообще вся ее семья, вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, так вот эта мысль изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль, такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. «Что за черт?» — подумал он. «Что за черт?» — подумал он, вставая. И опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постели за ширмой. «Да что же это такое со мной? И что в ней особенного? Что, собственно, случилось в самом-то деле? Точно какой-то солнечный удар». И главное, как же я теперь проведу без нее целый день в этом захолустье? Так вот, как наш поручик провел без нее целый день в этом захолустье, мы с вами узнаем через несколько минут. А пока я предлагаю вам немножечко отдохнуть от меня и чуть-чуть от Бунина, посмотреть хороший клип в тему и рекламу капитализма, маму, без нее никуда.
Это «Мгновение на дожде», и сейчас в нашем эфире под слайд-шоу из фотографии величайшего российского фотографа, первопроходца цветной фотографии Сергея Михайловича Прогудина-Горского. Он снимал Россию в начале 20 века, глубинку России. Он снимал провинцию. Читаю рассказ Ивана Бунина. Совершенно по погоде, по нашей погоде. Зной, солнце, марево. И «Солнечный удар», так называется рассказ. И мы остановились на том, когда она, таинственная незнакомка, оставила поручика в этом городке в одиночестве, попросила не плыть с ним дальше на пароходе, потому что это может ее скомпрометировать. И он в этом самом городе, совершенно проницательном городе, тоскует. С вашего позволения продолжу. Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями. Помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно.
Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство. То странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе. Которого он даже и предположить себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, подумал он, ведь никогда уже не скажешь. И что делать, как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке, над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход. Нужно было спасаться. Нужно было чем-то занять себя, отвлечь, куда-нибудь идти, и он решительно надел картуз, взял стек и быстро пошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, ну куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением. Это как же так можно спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе, подумал он, направляясь к базару. Базар тем временем уже разъезжался. Он зачем-то сходил за угол, вернулся, походил по свежему навозу, среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы над неоглядной, светло-стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. А колыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую, пустую, прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом. Он заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зное и во всех этих базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке, в этой старой уездной гостинице была она, эта радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на счастье. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом, чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы было можно каким-нибудь чудом вернуть ее. Провести с ней еще один день, нынешний день, провести только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал, зачем. Но это было гораздо необходимее жизни. «Совсем разгулялись нервы», — сказал он вслух, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать. Что же теперь делать? Как ему избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться, он это чувствовал слишком живо, было невозможно, решительно невозможно. И он вдруг опять быстро встал. Взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы. «Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, он в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом,
в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила: «А зачем вам нужно знать, как меня зовут?» На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах с выпуклыми глазами и с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико, страшно, все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено, он теперь понимал это этим страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на черту новобрачных. Молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе. Потом перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти? Что делать? Улица была совершенно пуста. Дома все были одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой, и все это слепило. Все это было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу, и это было особенно нестерпимо. И поручик с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу, разбитый усталостью. Точно совершил огромный переход, где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее. Только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял кисель, взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесами, выгоревшими от солнца усами и голубоватый белизной глаз от загара, казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко и даже глупо несчастное. Он лег на кровать, на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок время от времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, и, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце, ветер стих, в его номере было душно и сухо, как в духовой печи, и вчерашний день, и нынешнее утро вспомнились так точно, они были 10 лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески и позвонил, и спросил самовар и счет. Долго-долго пил чай с лимоном, потом приказал привезти извозчика, вынести вещи. И, садясь в пролетку на ее рыжее выгоревшее сиденье, дал лакею целых 5 рублей. «А похоже, ваше благородие, это я и привез вас ночью», — весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. «В аккурат доставил», — сказал извозчик заискивающе. Поручик и ему дал 5 рублей.
взял билет, пошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец, шум закипевший и подбежавший вперед воды под колесами. Несколько назад подавшегося парохода и необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащейся рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом, на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет. Конец. Это был рассказ Ивана Бунина «Солнечный удар». Я предлагаю следующую легкую игру. Сейчас прозвучит песня, мы с вами посмотрим клип. Это фоновая история, потом реклама. А за это время давайте подумаем, о чем же был этот рассказ. Хорошо? Just hang on.
Это мгновение на дожде и послевкусие, после рассказа Ивана Бунина «Солнечный удар». О чем же там? Что же там произошло? Что такое случилось с поручиком, с таинственной незнакомкой в этом провинциальном, опаленном зноем городе? Что там? Любовь? Почему, говорит Бунин, они потом вспоминали всю жизнь этот момент, это мгновение? Я почему и выбрал этот рассказ для своей программы. Потому что в нем идет речь о мгновении. Почему? И меня очень заинтересовало интервью Никиты Михалкова. Вот он, у меня распечатка. Он дал его в 2009 году газете «Известия». Потому что, конечно же, Никита Сергеевич Михалков может блестяще снять фильм по рассказу Бунина. Хотя что здесь снимать, я не очень понимаю, потому что сюжет, как я говорил, уже практически никакого нет. Есть только агония, или скорее даже вот тот самый экзистенциальный вакуум вот этого поручика. Что же с ним происходит? Тем любопытнее прочесть интервью Михалкова, который обещает в 2009 году, что как только он закончит сагу «Утомленные солнцем», приступить к съемкам фильма по рассказу «Солнечный удар». Он утверждает, что это история гибели русского мира, вообще русского мира. «Я шел к «Солнечному удару» 35 лет», — говорит о своем будущем фильме Михалков. «Даже переписывал рассказ Бунина от руки, чтобы понять, каким образом творится такое чудо. Обыкновенные слова, знаки препинания, русские буквы. Но как это читается? В каком балансе все находится? Бунин не смог бы так написать, не пережив чего-то подобного сам». Ну как эта фраза? Поручик чувствовал себя постаревшим на 10 лет из-за вроде бы мимолетного, ночного, никчемного, пустого приключения. Это очень серьезно. Но если бы я не придумал концепцию, которая станет основой «Солнечного удара», то и сегодня не начал бы работать. А концепция, говорит Михалков, на мой взгляд, очень волнующая. Ну и, собственно, вот об этой концепции он сказал. Это история гибели русского мира, и продолжая говорить о своем будущем фильме, который, видите, он живет им 35 лет, вот этим рассказом, да, Никита Михалков, он говорит, что туда, в этот фильм, войдет все. Запахи, цвет заката, марево пыльно отъедущих дрожек, паровозные гудки, звук падающей шишки, всплеск рыбы, звук крыльев утки, взлетающей с воды. Весь этот русский мир, говорит Михалков, был совсем утоплен. Он говорит, меня интересует не столько ночь, проведенная мужчиной и женщиной, сколько его день. Сколько его день без нее, без этой женщины. День в маленьком захолустном городке. Что он видит через призму своей переполненности этой незнакомкой. Мир вокруг его раздражает, а на самом деле этот мир, он прекрасен. Он прекрасен. И я понимаю, что дальше картинка, которая встает перед глазами Михалкова, это вот оно, белое офицерство, уплывающее на пароходе в Константинополь. Это вот Высоцкий, который убивает своего верного друга коня, который пытается догнать пароход. И этот поручик, он не оплакивает женщину по мыслям Михалкова. Нет, он оплакивает, может быть, себя. Потому что ее оплакивать? Он сыт, удовлетворен. Он даже легко согласился, если помните, в начале рассказа, чтобы она уехала одна. Легко ее отпустил. Не хватался за поручни парохода. Нормальный человек. Офицер. Но почему он плачет пьяными слезами? Почему? Не из-за красавицы же, которая уехала, и слава Богу. Бог его знает от чего, говорит Михалков. Об этом знает только Иван Бунин. А может быть и вы. Лично мне показалось, что так же, как, кстати, и Михалкову, никакой любви-то в этом рассказе не было.
Никакой. Было счастье от этого мгновения. И то счастье, которое они оценили позже, и он, и она. То есть она в своем провинциальном городке будет это вспоминать, говорится в рассказе. Он, как только ее проводил, сразу же стал это осознавать. Неустроенность, нехватка эмоций. И, опять же, здесь соглашусь с Михалковым, вот этот прекрасный, чудесный, патриархальный мир вокруг, этот волжский провинциальный городок, этот лакей в розовой ливрее, да, этот лакей на растоптанных ногах, как говорит Бунин, это водка, холодненький, что в ботвинье, соленый огурчик, укроп, эти парадные портреты на витрине фотомастерской. Ты читаешь, упиваешься этим, но понимаешь, что Бунин... Мы-то живем в будущем, мы уже с вами прожили жизнь, мы знаем, чем это все закончилось. И Бунин знает, не оставляет никакой надежды ни ему, ни ей, ни этому лакею, ни этому генералу, ни вообще той стране. Потому что через несколько лет ее сметет с лица земли. Но мы же с вами дрожим мгновениями, и у каждого из нас, и у каждой из нас в жизни, уверен, бьюсь об заклад, была подобная история. Та самая, на одну ночь, на один час. И то, что в нас живут такие мгновения, это, мне кажется, очень важно, потому что это и есть наша жизнь. И это те случаи, которые приятно вспоминать. Может быть, даже не в компании друзей, может быть, даже наедине, сидя вечером на балконе, глядя на звездное, как сейчас, небо, вот такой же душной ночью, вспоминать мгновение и ощущать себя здесь и сейчас. Будущее неизвестно нам, мы не знаем, что будет завтра. Но сейчас, в этом прекрасном сейчас, сегодня вечером, почему бы не пожить немного в прекрасном прошлом? Это не зазорно, и ничего плохого в этом нет. Ну и да... Сохранят нас с вами, наши ангелы, от солнечных ударов. Спасибо большое за внимание. Это были мгновения на дожде. Я предлагаю сейчас послушать хорошую музыку, посмотреть симпатичный клип. А в следующую среду, через неделю, смотрите мою программу. Уж не знаю, как она будет сделана, может быть, наспех, на скорую руку, но уверен, что она будет интересной, потому что запишу я ее, скорее всего, в городе Эдинбург, в так называемой столице Шотландии, где буду на конференции портала TED.com. Это удивительный портал, который собрал на сегодняшний момент под своим крылом около 1000 лекций интереснейших людей. Загляните, там есть русский перевод, примерно четверть этих лекций. Совершенно разные вопросы поднимаются в этих лекциях. Как сделать экологическую кухню, экологические рестораны, почему Китай всех побеждает, как скоро он захватит землю. Как себя нашел человек, который умеет свистеть. А лекторы-то какие, послушайте, они совершенно разные. Джулиан Ассанж, Билл Гейтс, Стив Джобс, Билл Клинтон, Джейми Оливер, знаменитый повар, Питер Гейбриэл, Боно из Юту. И я пойду на эту лекцию, там будут выступать два моих любимых писателя, интересных мне на сегодняшний день, это Малком Гладуэлл и Ален де Ботон. Я собираюсь с ними и с другими спикерами этой конференции записать интервью, потому что это действительно на сегодняшний день ведущие умы человечества. И я думаю, что это будет интересная история, я с удовольствием поделюсь с вами ей. И это будет в следующую среду. Хорошей вам недели, прекрасных мгновений. Всего хорошего. We'll be right back.
с Алексом Дубасом.